Тихоокеанском научном центре. Сегодня неизвестный забрался на символ Сиэтла Space Needle и утрусил наверху огромное знамя. Кто этот знаменосец и что означает символ на флаге, пока загадка. Но главное понятно, одним биотеррористом Сиэтла... Маля! Ну надо такое придумать! Биотеррорист. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Биотер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай, только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай, что не будешь привлекать к себе внимание. Ты только все портишь. Это круто. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы, понимаешь? Не дезовцы. Я, конечно, за тебя, но убивать копов? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. А ну-ка быстро, проваливай отсюда! Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю у младшего братца. Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку.
Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. Вот тебе раны. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером? О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня, неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху маляр. Братишка, да успокойся ты. Погоди, там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Дес только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. Редж, туда идет автоколонна Деза. Держись от нее подальше. Которым приказано стрелять на поражение. Ух ты! Прости, что прерываю эту вдохновляющую речь. Ты первую жертву опознал? Нет, ничего. Этого человека нет в базе. Хм, а ведь такой, как будто у него как минимум пара приводов за наркоту. Thank you.
Нет, держи проводника! Ну, флаг вам в руки! Да, у этого проводника есть свой стиль. Этакий злобный Зорро. Так, мне нужны... Я в курсе, лицо и раны. Ну, если это не трудно. Вот, лови, раны сейчас будут. Не нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер. Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Вкусно. Thank you.
Ах ты! Что ах ты? Что? Телсин, ты как? Я нашел снайпера. Нет, не стреляй! Будь осторожен! Я тебя не... Не банальный совет! Спокойно, спокойно! Я один из вас! То есть, один из нас! Да стой ты! Я ничего тебе не сделаю! Особенно, если не догоню! Стой! Вернись! Ну и катись себе! Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд. Хочу суперскорость. А не лопнешь? Вот что странно. Перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ты бы видел, что он вытворял. У него там лазеры или еще что. Заиметь бы такую силу в пару к дыму и уже тогда идти к Августине. Не спеши. Его сперва нужно найти. Так, я на месте. И что мне нужно искать? Все, что поможет установить личность снайпера. Ну, тут все говорит об одном. Это не снайпер, а снайперша. То есть как? Да это сразу понятно. Это самая девчачья снайперская позиция на свете. В каком это смысле? Не знаю, просто девчачья. Девчачьи шмотки, имя, бренд, выжженное на стене. Красивым почерком. И в конце концов, это логово убийцы очень приятно пахнет. Понял, ладно. Пришли мне фотки всего, что покажется важным. Вот это да. Серийный убийца читает Джейн Эйр? Джейн Эйр, это над пропастью во ржи для девочек. Ну, теперь понятно, что это женская обувь. Да, у них минус первый размер. А кто такой бренд? Понятия не имею. Точно, скорее всего, принадлежит женщине. И я так решил. Ну, еще что-нибудь есть? Сейчас поищу. Ну, это определенно зацепка. Зацепка. Шансы невелики, но я все-таки параллельно пробью по базе имя бренд. Вдруг повезет. Знаешь, если бы у меня были дым и лазеры, я мог бы устраивать шоу прямо в гостиной. Хоть какая-то польза была бы. Знаешь, Редж, я тут думал про ее лифчики. Не надо.
не надо думать про лифчики. И я вот встречаю Августину и такой пуф-пуф дымом ей в рожу, а потом такой пиу-пиу лазерами по заднице. Хороший план. Слушай, есть совпадение. Имя Брент Уокер. Арестован 2 года назад за хранение наркотиков. И еще. Через 2 месяца его труп нашли в переулке. Причина смерти – ранение в грудь неизвестным колющим предметом. Высылаю тебе адрес. Да, у нашей крошки реально зуб на дилеров. Похоже на то. Странно. Если она расправляется только с дилерами, почему в новостях говорят, что она убивает всех подряд? Типа, кто под руку подвернется? А что странного? Ну, по уму Дес упирал бы на то, что жертвы не были случайными. Чтобы законопослушные люди не дергались, так паники было бы поменьше. Ты хочешь сказать, что Дес пытается напугать людей? Их задача пресекать панику. Это поможет. Я в переулке, но тут какие-то бандиты с пушками барыжат наркотой. Не хочу читать тебе нотации, но долг каждого сознательного гражданина в подобной ситуации вмешаться. Значит, теперь ты хочешь, чтобы я убивал своей силой? Я не говорил убей. Просто всыпем, напугай и уничтожь товар. Я пытался исполнить гражданский долг, а они свой преступный долг. Ворот. Редж, ты бы это видел. Наша попрыгунья спец по граффити. Первоклассный. Да, только не забывай, что она еще и киллерша. И тоже первоклассная. Алтарь, как мило. Это даже трогательно. Ну да, только трогать можно по-разному. Да, неплохо. Эй, может заберешь не только ее силу, но и капельку ее таланта? Не ерничай, все сработает. Лучше не оставлять зажженные свечи. Да уж, деваха не промах. А вот и главная достопримечательность. Диагноз.
Значит, она покупает рыбную похлебку в ресторане, приносит ее сюда и ужинает тут на пару с неоновым брендом. Знаешь, на Аляска Вэй есть рыбный ресторан у Олафа. Там самая большая неоновая вывеска в городе. Если бы я питался ухой неоном, там бы и зависал. Ну, я пошел.